В любой цивилизованной стране, в Америке или во Франции, всегда заявляют о двойном гражданстве для того, чтобы платить налоги в ту страну или чтобы не было обмана. Поэтому это норма, и здесь нет никакого нарушения права. Я имею одно гражданство, если бы мне было два, я бы заявил, что я заплатил в Швейцарии или заплатил в России. Это легче для тех, кто это заявляет, декларирует и сообщает власти.